Такие ритуалы бывают, и более того, я не помню, в одном из африканских племен есть нечто подобное проявление. Он заключается в том, что человек, который в племени совершил какой-то проступок, его сажают в круг. Это очень важный формат, потому что там возникает такой терапевтический контекст. Сажают в круг, и все племя говорит, какой же он хороший. Причем говорит искренне. Они вспоминают его прошлые заслуги, прошлые поступки, в чем он был хорош, когда большой, маленький, неважно. И через 3 дня племя получает для себя вновь нормального, социально адаптивного члена общества. Именно поэтому я крайне плохо отношусь к такому понятию, как детские колонии, детские тюрьмы.